Да? Да. Первое время кидался. Добрый день, дорогие друзья. К нам. Я уже хожу в новой шапке, на улице холодно. Это да. Жорик, привет. Я только захожу, все. Жора очарован. Жора очарован. Доктор, как вам наша звезда? Нормально, вы зашли, даже не заметили. Жора. А я думаю, что Жора весь такой расхохлился, прихорошился. Жора. Ой, какая девочка красивая. Кия. Кирочка. Вы посмотрите, какие у нее красивые глаза. А хохолок какой. Да. О, моя кричит, моя. Вот смотрите, дорогие зрители, дорогие друзья, даже не надо проводить никакие тесты, да, чтобы понять, да, где мальчик, бандит, пацан, и где красивая, нежная леди. Привет, моя девочка. А вот сюда, давайте я вам привет открою. Окошечко вот так, вы видите, у нее на спине тоже она выщипала себя. Да, 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 да. Она не кусается. Курется сильно, да? Моя красавица. Будем постепенно с ней. Все. Скажи, моя. Твоя. Моя, скажи, да? Сегодня приехала, да, к нам девочка? Да, да, только приехала несколько часов назад. Мы решили, так как там у нас, посмотрите, тоже у нас теперь там еноты и все остальное, то мы решили их все-таки, так как были хозяева, они... Жоя, я открою, он не даст просто так. Сейчас, сейчас открою. Пока не откроешь, у Баси какие игрушки новые. Это ж мышка. Мышь, которая пищит. А я думаю, с кем он там так играется, с кем он кувыркается. Баська. Да. Жоя, выходи. Иди, иди. Иди, вон мышь. Мышь. Вон мышка, наружка. Жорик, интересно, как он на меня отреагирует без халата. Жорик. Он, наверное, Жора, выходи, сразу к Кирочке. Он вообще ее сегодня домик. Ой. Ну, это не ты был бы, если бы не сделал такое. Да, да. Это он метит территорию. Да, идет, идет, идет. Бася, я бы на твоем месте брала свою мышь. Посмотрите, как они смотрят друг на друга. Да. И главное, они кричат. Ну, пока вы не пришли, он не кричал. И она, хозяева уехали, и она молчит, хотя она очень сильно кричит. Но когда они услышали, как кричит Жорик, это они думали, что она сильно кричит. Когда они услышали пацана, да, то ее крик показался песней. Ой, защищает, да, скажи. Я, скажи, уже все, я фактически муж, жених. Да, да. Мы, а посмотрите, как она любит зеркало. Влад повесил ей сразу большое зеркало. Она от него не отходит. Но... Все. Ей скоро будет не до зеркала. Все внимание будет к Жоре. Посмотрите, какой самец, какой мужчина. Ой, летит наш орел. Показывает свою силу, мощь. Доминил, Доминил, скажи, я, Кира моя, я так долго ждал. Мне привезли, скажи. А вы мне скажи, клаку, доктор, скажи, я. Ой, лети, ну лети, лети, прыгай, камнем. Я пойду подальше, это его домик, его территория, его камнем, Кира, скажи, да? Ну, что? Там, где я, там заканчивается все доминирование, да, Жоя? А Бася пока шапку. Шапку тихо пионерит. Шапку, ну все, скажи. Шапку. Прячьтесь, скажи, кто не спрятался. Жоя. Ну как, он же кричит, он же ей еще показывает. Да. Но она не волнуется. Вот если он кричит, а она хохолок, так нормально все. Но она просто сама обаянная. Это само обаяние. Вот леди, да, вот такая, да, прямо, такая нежная. Ой, 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 ой. Девочка, такая красивая. Ну, характерная, сказали. Кушать прям вот, вот сразу стала кушать. Молодец. На удивление. Ну, ты посмотри. Ну, у него вообще двойное счастье. Новые апартаменты и новая жизнь, новая любовь.
Так он в ее клетку. Он пока ее не было. Он ни в какую переселяться с ее клетки. Кричит. И та его. Делайте двойное. Они уже рядом контактировали? Да, да, да. Он ее не кусал? Не, не кусал. Хозяева поднесли, ну, показали. Он был в клетке, да, она была сверху. Она прям ее принесли. В одеяло закутанной. Чего ты нервничаешь? Твое. Доктор Василий, у тебя, конечно, очень красивая Кира. Ой, да, вот да. Все, что значит? Ну, я готов пожертвовать таким отношением, лишь бы Жора был счастлив. Лучше я буду покусанный, но главное, чтобы их семья образовалась. Да, и Жора да, может, скажи, себя не выщипывал. Может, им да. Вот, вот она вот так вот. То есть Ирочка, у нее ну, гораздо ну, тише. Красивая, да? Вот сразу видно, самочка. Опа, опа. Что? Вот. Посмотрите на цвет глаз Жоры. Какой темно-темно-карий, ближе к черному. И посмотрите на ее... Светленькие глазки, светло-коричневые такие. А, вот сейчас... Да, да, да. Кирочка, повернись. Отсюда кажется, что темная, друзья, глаз тоже. Угу. Но я потом покажу, когда она будет уже... На свет, да. Они светло-коричневые. Вот видите, они... когда она повернется, будет видно, что они... вот радужка у нее, да, и как зрачок, да. И видно... Этим в том числе отличается мальчик от девочки. Да, ну, теперь, да. Друзья, мы видим и внешне, как отличаются да, полностью. Какой хвостик. Скажи, я сохранил для невесты. Для невесты. Да. Вот нам говорили, доктор, что как только будет пара, что, в принципе, мы будем не нужны. Да, да. Вот, и мы сразу видим, как меняется, да. Он меня уже выгоняет подальше от моей Киры. Здесь я главный. Скажи, я должен ее видеть. Она должна все внимание ее, он притягивает к себе. Ну, кричит, как чтобы она поняла, кто тут главный самец. Да. Да? Ой, Жора. Счастье тебе.